Всем привет! Я сейчас около Мираторга, вот как раз прохожу, где раньше работал. 4 года отработал. Уже переделали немножко здесь. Они здесь сделали для грузовиков заезд и выезд. Я так понял, вот здесь вот. Стоянку переделали. Там магазин сделали, этот супермаркет вот там. Еще и кафешка Бургер и Фрайс. Вот такой сейчас завод Мираторг. Модернизируется. Ну, как бы зарплату там вроде как подняли, но там никто и не работает все равно. Потому что на кому горбатиться за эти копейки все равно. Вот. Я-то сам оттуда ушел при помощи Смирнова Дмитрия Васильевича. Начальник производства. Вот. С которым, блин, лучше не работать. Он такой улыбается, да, но на самом деле человечек тонговенный. Анжелики жалко нету. Анжелика уехала куда-то по Тулу поднимать тульское производство Мираторга. Она женщина отличная, с ней мы бы нашли язык общий. Никогда от нее ничего плохого не слышал. Все по теме, все, скажем так, какие-то шероховатости все время мы шлифовали. Ничего, никаких претензий от нее не слышал. Вот. От нее плачут только халявщики всякие эти, раздолбай. А вот этот вот Смирнов, гражданин непонятной какой страны, да, он, конечно, меня вынудил выйти с Мираторга вместе с начальником отдела кадров. Ой, не советую вам идти на Мираторг. Нет, нечего вам здесь делать. Только если у вас есть какой-то в качестве стартапа, как у меня это было. Приехали, если в Калининград. Да, идите на Мираторг, поработайте, белая зарплата, все будет четко. А потом валите нахрен отсюда. Все, я все сказал, Дикси.